корейская косметика. Это бутик в Рыбнице. Хозяйка бизнеса Алена 4 года продает азиатский бренд. Недавно написала заявление, перешла на упрощенку. Бизнес, как у Алены, это торговля непродовольственными товарами. С нового года будет платить не патент, а 3% с оборота. Как у всех, наверное, были и сомнения, и беспокойства, но сейчас понимаю, что по-другому никак. То есть мы должны соответствовать закону. Законопослушный гражданин, тот, кто платит налоги, и тот, кто работает по закону. Не хочу прятаться, не хочу уходить в тень, я хочу, чтобы развивался мой бизнес. Алена присоединилась к телеграм-каналу АПБ для бизнеса. Еще есть спецналоговые режимы, тут много полезной информации. Например, обучающий ролик, как зарегистрировать онлайн-кассу. Управлять делами можно прямо с мобильного. Осталось самое мелкое, это докупить термопринтер. Ну, все остальное уже как практика покажет. Посмотрим, как будет дальше. Упрощенка – это равные условия для бизнеса, говорит Алена. На патенте кто-то зарабатывал больше, кто-то меньше, а платили одинаково. На упрощенке сколько заработал, за столько заплатил. Налоги пойдут на ремонт тех же школ и детских садов. С нового года в Приднестровье планируют поднять зарплаты врачам, учителям. Бизнес, как и все, должен вкладывать в общее дело, говорит предприниматель. Я проработала практически всю свою жизнь в бюджетной сфере. Я знаю, что такое, когда зарплата маленькая, когда мы ждали вот эти 2%, когда нам поднимут раз в полгода, или 0,6%, там для нас это было как, ну, глоток свежего воздуха. И я думаю, что мы, работая, как и бюджетные сферы, мы вкладываем в наше государство. Написать заявление на упрощенку можно до 30 декабря. На это, без учета выходных, всего 7 дней. Сейчас в налоговых ажиотаж. Успеть все оформить можно еще на рынках, в торговых центрах. Там работают выездные пункты налоговой.